Новый детский сад распахнул свои двери для маленьких жителей Рязани. Расположен он на улице Старая Дубрава в новом жилом комплексе. Открывали детский сад губернатор Рязанской области, депутат Государственной Думы и глава администрации города. Ну, понятно, здесь еще даже он не завершен строительство, микрорайон. Будет еще строиться несколько жилых домов. И, как правило, в этих домах все молодые семьи квартиры приобретают, потому что одно-двухкомнатные квартиры эконом-класса. И молодые семьи, они для того и создаются, чтобы рожать детей. И детский сад в микрорайоне, он даже позволит интенсивнее строить дома и людям приобретать здесь жилье. Поэтому для этого микрорайона это очень важно. Важно, потому что он немножко обособленный, удален от других микрорайонов. Здесь все есть для того, чтобы дать детям качественное дошкольное образование. Даже компьютерный класс есть. Представляете, в детском саде компьютерный класс, да? Поэтому я могу оценить только на оценку отлично. Кажется, что у чиновника это такая вот затея – ехать и резать ленточку. На самом деле я бы ездил каждый день. Потому что ленточка – это новый объект, новый детский сад или новая школа. И есть с чем сравнить. И вот я вижу этот детский сад. Я в своей вот этой истории двухлетней этого проекта детских садов такого уровня не видел. С таким качеством, с такой свободой, с таким большим количеством воздуха и с таким оборудованием. И в столь короткие сроки сделаны. Причем место стоит здесь значительно дешевле, как это ни странно, чем в среднем место, одно место в детском садике в Российской Федерации. Три этажа нового учреждения разместили в себе спортивные и музыкальные залы, бассейн, изобразительную студию и даже компьютерный класс и сенсорную комнату. Здесь есть видеонаблюдение, а особенностью детского сада является робот, который передвигается из группы в группу и снимает образовательный процесс. Это позволит родителям наблюдать за детьми онлайн через интернет. Впечатление очень хорошее о детском саде. И если с учетом того, что Ковалев сказал еще, что и компьютерный, да я и сама видела, и компьютерный зал для деток. У меня вот внучка 4 года, ей все это очень интересно. Вот. Да все прекрасно. Вот бассейн какой огромный. Ну что это? Ведь все хорошо, все для деток. Обошелся детский сад бюджетом в сумму более 230 миллионов рублей. Построен он был в короткие сроки, всего за 9 месяцев, и может принять до 350 детей.